Добрый день, уважаемые зрители, гости моего канала, подписчики, друзья. Хотел бы обсудить с вами такую тему, как пленки Деркача. Новая, так сказать, часть, новая доза этих записей, где голос похожий на Порошенко и голос похожий на Путина обговаривают различные вопросы, и Порошенко при этом говорит «жму руку» и тому подобное, и в своем таком стиле говорит, мол, «жму руку», «обнимаю», там, ну, как льстиво, как обычно, как Порошенко говорит со всеми теми, кому хочет подстроиться. А у кого чувствует силу и чувствует, что тот может как-то испортить ему жизнь. Ну, типичный лицемер. С подчиненными строго, а с теми вышестоящими над собою льстиво, лизоблюд, короче говоря. Ну, не в том смысл. В том смысл, что на кого работает интересно этот Деркач. Кто мочит Порошенко? Вот вопрос. Кто, зачем и почему мочит этого Порошенко? В это же время мочат и Шария. Два, так сказать, страдальца президентцам. Шарии и Порошенко. Каждый отучивает свою какую-то аудиторию. Своих каких-то фанатиков. Ну, что я могу сказать? Темное это все дело. Будем ждать очередных шедевров, записанных как бы на нормальных людей, которые не фанатики, не адепты Порошенко. Эти пленки сильно не повлияют, так как они догадывались и ранее об этом. А те, кто фанатик, те, кто готовы рвать и метать обычных, таких же, как они сами, за этого Порошенко, на них тоже пленки эти не повлияют. Так, для общего фона, а по сути это радикально ничего не меняет, на мой взгляд. Спасибо за внимание, подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте, высказывайте свое мнение в комментариях. Всем благополучного дня!